Какие тортики, колбаски. Сейчас мы будем колбаску жарить. Гриль. Ты хочешь колбаску, Гриль? Да, конечно. Апельсин. На Новый год не поели апельсин, зато сейчас пойти. О, какие торты. Мясо. Из вишни. Это нам с мамой. Это нам с мамой. Да ладно, только по чуть-чуть поделимся. Да, какой фрезен. И сыр, и какао. Ух ты, сегодня у нас праздник. Сегодня будем в шашлычки. Ура! Дай. Ты говоришь, Катя? Привет, София. Какая ты красивая у меня сегодня. Вот деда. Говорит, махать надо под дырочками, чтобы огонь быстрее. Ну все уже сгорело. На, София, вот дед у нас молодец. Прыгай. Наш помощник. Спасибо ему большое. Прям по носу рукой. Вот для этого надо еще нам сделать такие дырочки. Я в горячем, на горячем огне, видите? И вот мы вот этот лук ложим, видите? Туда внутрь, вот он. Надо весь этот лук положить. Наливаем уксус. Вот сюда. Вот так. Вот, ну, столько достаточно. И заливаем водичкой обыкновенной. Вот. Все. Вот так размешиваем. Процесс пошел у нас. Наши сосисечки готовятся. Няма-няма. Жарятся они на огоньке. София, крышку уши. Хорошо, когда уголь каменистый. Если уголь каменистый, то мясо, особенно сосиски, они начинают не горят, они томятся, по сути. Потому что уголь, он потихоньку дает вот это вот тепло, жар. А когда уголь древесный, он горит, и он жара много дает. И сосиски очень быстро готовятся, и они не так не прожариваются. Они сверху прожариваются, а внутри не очень. Получается немножко не такой гриль. А вот именно когда они томятся с каменным углем, вот так они прожариваются внутри. Прям. Они с сыром. Вот это да. О, как они шипят. Потрясающе. Он же, наверное, домой. Дай мне. Все грязные. Слюня. Да. Удовольствие море, да? А, ловите его! Хватайте его!
че это так? Опа! Вкусно, да? Какие вкусные сосиски. Как бы я их бы сейчас взял бы и слопал. Как же они аппетитно смотрятся. Ну что ж, хозяин мне хоть бы маленький кусочек побросил бы. Уже давали. Ну почему не дает? Не дал. Я посмотри, не дал. Ну что ж такое? Колбасочка ты моя любимая. Ой, как хорошо. О, уже научился. И голос скажи. Молодец. Самый вкусный процесс. Маричка, бери себе солнце мое. Порезали вот так. Сейчас будем нямнякать с кетчупом. И ему тоже кетчуп дайте, Натанчик просит. Натан, кетчуп дай. Хорошо. Так, папе оставьте тоже кетчуп. Тем вкусный такой. Соевый соус называется. Соевый. Да, картошка.
Чуть попробуем с сосисками. С этим. Попробуй. Моя баба Мама. Ты тоже хочешь? Я тебе налью. Мяско будешь? Буду это, а это. Короче, поезд тоже пропустил. Я налью вам. А вот пепси-кола тут лежит. Хочешь? Хорошо, я сейчас дам этот сок. Ты стаканчик еще принеси для Венера. Я хочу пепси-колу. Да. Вкусно? Полезный сок? Да. Вилку не взял. Где за вилкой сходи? Мама, сок. Сок. Это сок. Мама, ты не пила? Я пила, кушала. Все, спасибо. Ты любишь? Да. Ты что, выпила? Я питаю. Как вкусно, да? Кушайте, мои сладенькие, мои любименькие. Мои хорошие. Покажи, тетичка, покажи. Да, зайдитька такая. Вот, а еще у нас в холодильнике лежит тортик. Да. Такой вкусный. Сегодня у нас праздник. Вот. И сегодня, сегодня увидел, что шатается кровать детская, да, которую мальчишки наши расшатали. И теперь надо закрутить ее. Ну, естественно, ее сейчас учат их этого. Как закручивать. Да, вы внимательно смотрите. Вот и Натан присоединился к осмотру. Вот, болты мы выбрали, какие закрутить. А ты сейчас... Так, это кровать. Все, смотри, была вообще вот так вот. Ходуном находилась. Закрутили, да? Ой, молодцы. Теперь ее заправить надо хорошо. О, тебе Натан помогает, видишь, помощничек. Так, а ты смотри, иди сюда. Ты сейчас вот так вот сунешь сюда, видишь? И закручиваешь. Подкручиваем мы тут эти кроватки. Какой молодец, сынуля. Чтобы не шатались, не падали. А где вот Рубин? Молодец. Рубин? Моя дядя. Закручивай, да. Видишь, какой умница. Мальчики должны работать вот так. А я тоже работаю. Вот ты молодец. Я боюсь, закручу. Подтягивай. Крутишь по часовой стрелке, то есть туда. Давай. Ну, этот все, под, как? Чуть-чуть. Да. Шкурочку возьму, потом они постарше будут подростками. Я им шкурку куплю, и они все это уберут. Да, почистят. Все свои художества. Да, надо тут очень хорошо заправить кровати. Слышите меня? Красиво. Это моя. А ты не помочь. Я мочек. Еще два помощника. Правильно, Натан, охраняй. Никто не трогал. Я буду охранять. Кровати, закручиваем кровати. Все кровати расшатаны. Итак, новогодний тортик делим на 14 частей. Как его срезать? Он режется? Я даже не знаю, как его отрезать. 10 частей есть, самым маленьким. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Это папе, это маме,
Нет, это Люби. А, она... а это Люби. Грум-грум-грум. Это съедобное. Это шоколадное. А что ты думала? Картоновое, что ли? Не, ну мало ли такое бывает. Мы делили тортик тут. А это взрослый. Пора спасать город! Спасаем быстрее! Спасайте его! Съедайте все! Не торопись, не торопись. Не берите сил! Надо разжевывать. Вкуснотищу это, распробовать хорошенечко. Супергерои, быстрее! Набирайте сил и отправляйтесь на помощь!